Всем салют, с вами Витёк, и давненько не было у меня на канале обзоров Лего, уже более полугода. На то есть свои причины, я никогда не делал этот контент как постоянный на своем канале. Периодически, если появлялось желание, настроение, разумеется, я его выпускал. Так или иначе, как минимум форматы обзоров менялись. Но я вижу комментарии тех людей, которые подписывали в свое время на данный канал ради именно этого контента, с просьбой, собственно, возобновить съемку, и почему нет, периодически можно так делать. Единственное, пока формат будет такой, не так, как чуть больше полугода назад, когда я озвучивал там за кадром, писал сценарий, но я думаю, что в чем-то это будет даже выигрыш. Как вы уже могли заметить, с руками какая-то лажа. На одно это, другая светлее, чем правая. Ну, благо, одну проблему я могу исправить. Итак, на рассмотрении у нас наборчик из серии LEGO Star Wars под артикулом 75264. Он 2020 года, в нем 72 детали и, собственно, одна фигурка, это же микрофайтер. Коробочка маленькая, стандартная, ничего необычного. Сзади есть микрофайтеры другие из этой серии. Ну, кстати, они зачем-то продублировали микрофайтер из этого набора. Демонстрация немногочисленных, но функций. К ним мы вернемся, собственно, когда будем смотреть более детально саму модельку. И про коробку сказать больше нечего. Инструкция, абсолютно ничего необычного. Единственное, по-моему, это какой-то новый формат. Ну или он уже был, просто я с ним не сталкивался. Во всяком случае, он не похож ни на что, что было до этого. Ну, разумеется, если отталкиваться от моего опыта, он какой-то вот прямоугольный. Они, как правило, более вытянутые раньше были. Это неплохо, теперь они вот в таких маленьких коробках не мнутся. Из интересного, в конце, помимо рекламы других наборов серии «Звездные войны», реклама какой-то игры «The Skywalker Saga» 2020 года. Сам персонаж, ну, касательно героя из фильма, у вас наверняка сформировано свое мнение. Мне он, как и Рэй, нравится больше всего из того, что в целом происходило в последней трилогии. Как фигурка, шикарно. Классная броня, похожая чем-то на кольчугу. Шлем, который он восстановил, если вы смотрели 9-й эпизод, то знаете, тут даже особо спойлеров нет. Классический красный световой меч с гардой. Ну, а под шлемом у него есть классическое лицо Кайло Рена. Если вы довольно-таки долго уже тусите на моем канале, то, возможно, помните коллаборации с Широ и товарищем Сафроновым, где я фигурирую непосредственно с лицом перед камерой, и меня все сравнивали с этим персонажем. Да, определенно сходство есть, осталось только сходить к хирургу, чтобы мне сделали такой же великолепный шрам. Но спешу вас расстроить, прически в комплекте не было, я просто взял ее из своих деталей, у меня она есть, и это очень обидно, потому что, ну, камон, серьезно, вот, кстати, второе выражение лица. Ничего сложного в том, чтобы ее добавить вам изначально в набор, не было. Почему? Лего, камон. Более того, посмотрите, как ему идет плащ. Почему его в комплекте не было? Ну, это ж круто выглядит, сейчас даже со шлемом покажу непосредственно. Ну огонь. Ну добавьте вы пару деталек. Плащ, прическу. Это не так дорого. Это не так бы повысило стоимость самого набора. Можно оправдать это якобы тем, что сюда надо будет сажать фигурку и плащ будет мяться. Нет. Плащи уже делают новые из другого материала, да и такой ткани, которая не мнется. Непосредственно сам микрофайтер. Ну, моделька достаточно простенькая. Давайте как-нибудь так, я лучше ее в руки возьму, проще будет. Что про нее сказать, честно, не знаю. Ясное дело, что вот такой формат, когда фигурку можно посадить и в маленькую постройку корабля, который на самом деле в масштабе должен быть гораздо больше, выглядит самую малость по-детски. Единственный вариант — это убрать фигурку, поставить ее куда-нибудь себе на полку там или еще. Здесь все это дело закрыть какими-нибудь подходящими деталями, если они у вас есть в наличии. Убрать приборную панель, и тогда получится классная мини-моделька. Если вам нравятся мини-модельки, тогда вопросов нет, можете ее красиво поставить. Или есть второй вариант, как, например, выбрал я. Мне нужна была фигурка в коллекцию, я взял этот набор, а постройку разберу на детали. Если вы занимаетесь постройкой моков, самоделок, то это будет очень даже неплохо. Полезные кубики здесь реально есть. Собственно, что у нас по детализации? Ну, вот тут классическая приборная панель. Очень грустно, что не пропечатали какую-нибудь отсылку, скажем, около тысячелетия или другой там рандомный космический корабль того же сопротивления. Решеточка, красное стекло, сзади рандомно, наверное, наставленные какие-то тайлы, пины, реактивные двигатели и, собственно, самая интересная часть — это крылья. По детализации здесь ничего необычного, но вот функции самые интересные. Статшутеры, ладно, фиг с ними, стреляют и стреляют, классика, ничего нового. Здесь фишка в том, что они могут делать вот так. Если мне не изменяет память, в вертикальном положении крылья должны быть, когда он, собственно, стоит, когда он не в полете. Но если Кайло аккуратно заберется по трапу, сядет в кабину за пульт управления, или кто-то управляет его шаттлом и решит отправиться в очередное путешествие, чтобы кого-нибудь порубить своим прекрасным световым мечом, крылья надо будет расправить вот так вот. На самом деле, сами детали позволяют сделать хоть вот так, не знаю, какой в этом будет смысл, но тем не менее. И в общем-то, это действительно все, что я могу рассказать вам про этот набор. Понимаете, микрофайтеры в целом достаточно такая специфичная подсерия, и каждый сам выбирает, зачем и для чего они ему могут быть нужны. С какой целью взял его я, и зачем он может понадобиться вам, я сказал чуть ранее, так что решайте сами. В любом случае, все понимают, что ключевую роль здесь играют фигурка, берут ради нее, а постройку либо на детали, либо переделать в нормальную мини-модельку. Самое-то, конечно, главное, что не надо брать его по рознице в 800 рублей, это слишком дорого. Уже сейчас во многих магазинах есть скидки, позже они будут еще больше. Спрос на этот набор, ну, такой средний, пока что он не быстро разлетается с полок магазинов. Так что, поверьте, не торопитесь, успеете взять по привлекательной цене. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео. Я пошел сейчас потихоньку разбирать набор, фигурку поставлю на полку, да твою налево. Самое главное, что если ролик вам понравился, оставьте, пожалуйста, комментарий какой-нибудь здесь.
здесь, посмотрите другие обзоры Лего. Ну а пока ждете следующих, подписывайтесь на этот канал, если вы здесь новенький. А если вы уже со мной какое-то время, то проверьте, включены ли у вас уведомления. Вот такая штука, колокольчик. Это важно. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. В этих социальных сетях у меня, поверьте, тоже много чего интересного. Надолго не прощаюсь, еще увидимся. Пока.